линия была самой маленькой в Москве, поперечной линии, соединяющей радиальные направления. Всего 3 станции, поезда ходили один раз 5 минут, и загрузка ее была одной из самых маленьких. Мы приняли решение интегрировать ее в большую кольцевую линию, она, конечно, придаст совершенно новое значение, функции и даст другие совершенно возможности для жителей, которые живут рядом, для передвижения по Москве.